Сегодня мы в Мытищах, в городе, где базируется хоккейный клуб «Атлант». Отсюда до Красной площади всего 19 километров. Но несмотря на такую близость к Москве, здесь все тихо и спокойно. Правда, это только на первый взгляд, утверждают местные жители. Сами свой город они называют городом высоких скоростей. Самое крупное, да и, пожалуй, самое главное предприятие Мытищ – завод «Метровагонмаш». Именно в этих цехах проектируют и собирают вагоны, которые колесят под землей в 16 городах мира. Пойдемте посмотрим, как здесь все устроено. Завод «Метровагонмаш» по праву можно назвать визитной карточкой города. Ведь именно он, наравне с местным хоккейным клубом «Атлант», делает Мытищам имя. Причем не только в России, но и за пределами страны. Предприятие было основано 115 лет назад, в 1897 году. Изначально оно специализировалось на выпуске железнодорожных и трамвайных вагонов, а также на снегоочистительной технике для Москвы. Поезда для подземки на заводе стали проектировать в 1933-м. Опыт оказался успешным. Первые вагоны без нареканий пробегали по московским тоннелям более 40 лет. Свои коррективы в работу предприятия, как и в жизнь страны в целом, внесла Великая Отечественная война. Мытищинский машиностроительный завод стал танкоремонтным заводом номер 592. Память о том тяжелом периоде здесь чтят. На территории установлены монумент и мемориальные доски. После войны и по сей день завод полностью сосредоточился на выпуске скоростного транспорта. Здесь мы с вами находимся на сборочной линии. Сборочная линия состоит там из 7 позиций. На каждой позиции делаются определенные операции. Вот мы сейчас с вами подходим к тому месту, где уже вагоны практически готовы. То есть у них уже навешаны двери, подвешено оборудование и делаются заключительные, скажем так, финишные операции. Сегодня мытищинские вагоны ежедневно перевозят более 15 миллионов пассажиров в 11 странах мира. У нас свое литейное производство. Своя кузница, своя механообработка, сборочные цеха. У нас есть цех для создания электрической продукции. То есть как бы мы полностью можем делать все части вагона. Работают в цехах оперативно, а как иначе, ведь создают скоростной транспорт. На сборку и обкатку одного вагона у специалистов уходит 21 день. А так выглядит готовый состав из 8 вагонов. И ровно через неделю он отправится колесить по калининской ветке московского метрополитена. Помимо Москвы, эти поезда курсируют в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и других городах России.